низ коптилки, куда капает жир, закрываем фольгой, дабы это дело было почище. Причем мы купили фольгу потолще. Первый раз мы делали, она была прям тонкая, вот прям вообще. Купили потолще и пошире. В прошлый раз мы заворачивали в один слой, все равно, да, протекло? Да. Она порвалась или что случилось у нас? Она и это уже порвалась. И это, говорит, уже порвалась. Но все равно она была почище, чем когда вообще фольги нет. А вы что, кросс бежите? Да. Мы идем. Кто-то бежит. Ноги пришли помыть. Вылазили? Лазили, повесили, наверное. Вот так. Ну, как раз понадежнее, да? Да, красиво. И уже больше часа прошло, как наше мясо ветрится. Сейчас будем проверять. Дно коптилки мы тоже будем застилать фольгой. Два слоя делает это Виталик. В эту коптилку мы влюбились. Такая она здоровская, легкая, классная. Ой, не могу, я души в ней не чаю. Тут у нас все прибамбасы необходимые. Так, мы хотим в этот раз попробовать другую, вот эту грушевую. Угу. А у нас открытой нет с прошлого года? Была точно и с яблоком, и груша, по-моему. Там целый клондайк. Груша? Тут яблони есть. На ней попробуем. Вкусно было, помнишь тогда? Куриц мы же тоже коптили. Ну, тут как раз ее хватит. В прошлый раз мы одну щепотку вначале на дно насыпали, и потом подняли и еще одну щепотку сделали. В этот раз мы решили две щепотки сразу делать. Ну, ты, батенька, не борщи же. Вот столько на все наше количество мяса. Да. Достаточно одной таблетки. Ставим поддончик. Где купили мы эту чудесную коптилку? В Добром Жаре. И не то, что не пожалели. Я вообще в припадке нежных чувств постоянно, когда я ее вижу. Она мне душу греет. Мяско наше. Наверное, часика полтора, под два оно постояло. Подсохло, да? Да, вон стекло. Стекло. То, что там должно было стечь. Сейчас надо разложить, чтобы она к стенкам не прилегала. Чтобы не прилегала. Блин. Какое красивое мяско у нас. Ой, какая у нас грудинка великолепная. Курочка быстрее готовится, крылышки. Потому она наверху, на верхнем этаже. Крышка наша. Все. Это уже будем коптить, уже не открываем, ничего не добавляем, правильно? Да. Все. Коптилку мы будем ставить прям сверху на этот круг. Мы, собственно, для этого и взяли, чтобы было удобно дрова подкидывать. Здесь у нас такая дамба от ветра, потому что ветер с этой стороны, чтобы не гасил огонь, и можно было как-то регулировать, мы построили дамбу из бревен. И у нас так это выглядит со стороны. Вон готовые бревнышки, чтобы подкидывать вовремя, друзья мои. Вы и так все понимаете без слов. Твои спички, мои дрова, очень хорошо. Сейчас мы будем коптить. Ну и красота, скажите мне. Загляденье просто.
дровишки влажные, и приходится это крышечкой раздувать. А что делать? Иначе не закоптится. Прямо влажные. Мать, раскочегарила. Вот сказано. Мать, сделай огнище. Мать сделала. И дымок пошел. Засекаем. Сколько засекаем? 20 минут? Да нет. Просто засекаем. Вот отсюда у нас дымок идет. Ракурс такой его на темном видно. Дрова прям влажные. Мы разложили вокруг костра, чтобы они хоть маленечко подсыхали, потому что приходится постоянно разжигать, вот так поддувать, чтобы загорался костер. Пусть сохнут. Идет процесс потихонечку. Все задокументировано. Дров натаскали сухих, вот таких мелких, наломали тут. Все в процессе. Батя доволен? Пока да. Пока да. Классно же выглядит. Дровишки такие, красота. Вообще. Ой, хорошо. Мы сегодня будем ночевать не в палатке, а в машине. Тут уже надут матрас. Я поперек машины улеглась. Заряжаю телефон, потому что наснимала видео так, что телефон сел. На двоих места хватит. Виталик закидывает. Не теряет надежды что-то поймать. Там у нас все причиндалы. Кстати, вы же помните, что у нас нет обеденного стола? Так мы вот этот вот ящик, в котором еда, вот на котором кружка стоит, мы используем в качестве стола. Там и все продукты под надежным, ну, в надежном месте, да, если дождь пойдет, ничего страшного, они не промокнут, и там все будет сухенько, чистенько. И остальные, если там что-то нужно будет убрать, мы поместим в машину. Застряла, походу. А так сегодня даже без палатки. Ну, спальники брали укрываться. Застряла. Там такой порог. Уже один крючок потерял. Сейчас посмотрим. Ты рыбу тащишь? Да понятно, все, звезды. Вот и все. Вместе с кормушкой, да? Да. Зараза. Печалька. Где мой тетки? Ты расстроился? Ну не расстраивайся. Мы тебе другую кормушку возьмем. А у тебя еще есть-то? Да, полно. Полно. Здесь такое, знаете, должна была еще вода сойти прямо в прошлом году, аж еще метров 5 вперед можно было пройти, где сейчас вода, где Виталик стоит, там даже бетонные плиты лежат, и вот закидывать еще дальше. А сейчас, видите, вода только посюда сошла, и все цепляется. Печалька, расстроился. Не расстраивайся. Оклевало, причем хорошо. И мы еще думаем, что может пойти дождь. Но завтра-то точно будет. А сегодня вроде как бы даже и может быть и нет. На утро передают. Я посмотрела. Но тучи есть. Сейчас, наверное, будет заряжать новую. Я, кстати, в сапогах пошла туда на берег. Хорошо, что пошла в сапогах. Чуть ли по колени. Не это, как обычно, в тину. Я же люблю найти где-нибудь грязь, водичку, чтобы меня вытаскивали. Мне еще Виталик говорит, не ходи. Ну, да. Слышу, сапог засосало. Сосредоточился. Сейчас будет завязывать. Поскорее покоптилось, хочется вкусненького. Ждус. В машине хорошо, могу сказать. Во-первых, чувствуешь себя в полной безопасности, хоть и в палатке тоже, но здесь все-таки спишь в железе. И видите, я на всю длину лежу, и тут такая ширина, как двухспальная кровать. В общем, хорошо. С
смотрю, наблюдаю из машины. Как кино. На речку, на огонь и на то, как работают другие.